Миниханов сегодня вручил медали главному тренеру волейбольного клуба «Зенит Казань» Владимиру Алекно и игроку команды Максиму Михайлову. Напомним, казанский «Зенит» выиграл все 5 турниров, где участвовал. В пожаре на улице Автосервисной в Казани пострадал человек. Сегодня утром здесь вспыхнули 12 емкостей с краской. Работник предприятия, которому принадлежат горевшие емкости, получил ожоги средней степени тяжести. В России ОСАГО может подорожать с 31 августа. Согласно проекту указания Центробанка, планируется изменить базовую ставку, территориальные коэффициенты и коэффициенты по возрасту и стажу водителя.